Всем привет, всем привет. У нас фасмофобия соло кошмар. И у меня Брэндон Бишоп. Я на Графтоне. И мне нужно сегодня обнаружить призрака датчиком движения, сбежать от него и достичь уровня 25% рассудка. Окей. Берем стандартный набор. Открываем дверь. И у нас ясное ночное небо. Это очень радует. Хоть дом не будет так уж прям прогреваться. Константин нашелся. Карт нет. Тут что-то есть? Ничего нет. Ладно. Не больно-то и хотелось. Ладно, очень хотелось. Но, видимо, не судьба. Здесь доски нет. О, но радует щиток. Призрака пока нигде не слышно и не видно. Что у нас тут по нычкам? Такое себе. Что тут у вас? Что делаете? Ничего? Ну ладно, до свидания. Пока вообще тишина. Давай еще вот тут забежим, проверим. Да, тоже все. Что у нас, кстати? Не зеркало. Не шкатулка. Не. Значит, призрак наверху заседает у нас. Здесь не кукла, рук получается у нас, можно будет сфоткать, значит. Да блин, это там же, что ли? Да нет, а ты здесь или здесь? Не, не здесь. Прятаться негде. Тогда у нас круг. Ты в этой комнате у нас, да? Давай мы вот тут тебя закроем. Это я вот сюда брошу. И побежим за оборудкой. Он что-то совсем тихий. Я даже не слышала, чтобы он что-то ронял. Кто-то где-то стучал. Абсолютно тихий. Берем камеру, ультрафиолет и радио. Опять у нас час. Такое-то. Дверьки трогал? Если трогал, я не узнаю. Эту нет. Он пока не трогал. Огонечки, огоньки. Нету. Ты у меня точно здесь вообще? Ну, это много. Это нормально. Это много. Ой, ты здесь? Ты молодой? Ты злишься? Ты здесь, ты молодой, ты злишься, ты здесь. О май. Да, все, 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 тихо. Я поняла тебя. Ой. Блин, как это прикольно, вот это да, и звучит. Радиоприемчатый ты у нас, значит, да? Но не арбушный. Надо таблетку выпить, а то вдруг это морой. Нам пока не надо просаживаться. Ну да, одной хватило. Это. Давай вот это еще.
Возьмем два на всякий случай, бросим. Сюда и вот сюда. Не Юрка. Давай последний раз проверим. Не, нет. Ты опять сидел? Отпечатков нету. Значит, у нас не мимик. Точно. Давай смотреть. Ну что, пробежишь или напишешь? Что-то вообще ничего. Вообще ничего. Может, конечно, МП5. Ну или можно еще второй дотс подкинуть. Не хочет ничего делать. Ишь ты какой. Датчик движения. Вообще второй возьмем. Хватит, что ты к ней пристал-то? Ой, не туда. Да, открой. Что все видно было. Уйди. А тут дверь открыта. Что так и оставим. Ну, вдруг Юрка какой-нибудь. А у Юрки есть радио, кстати? Я не помню. Не, у нас Юрка не может быть. Не мимик. И все. Пока больше никого вычеркнуть не могу. Можно, конечно, попробовать арбу еще там посмотреть. А может, он и в коридор уже ушел? Что-то мне кажется, надо было температуру проверить. Что температуру проверять? Давай мы сначала пойдем возьмем вот это. Это мы тут накидаем себе у порога. Костя нам тут приветливо машет у порога. Спасибо. Термометр 17. То есть ты в коридоре у меня, да? Да. Но дверь ты трогаешь здесь, да? Понимаю.
хватит. Смотри, какой неугомонный. И сфоткаем. Ой. Тут так темно. Сюда вообще хозяева ходили. Где я? Не вижу. Я на круге? Я на круге? Я на круге? Кто-нибудь скажите мне. Круг, по идее, должен быть где-то здесь. Я зацепила его. Обидно. Чем ты вообще шкафы трогаешь? У меня датчик. Датчик сработал. У меня датчик сработал, если ты здесь. Не поступай со мной так. Ну не надо. Мое. Иди. Просто пришел, да? Но ты типа тут. Ну не надо. Может, ты здесь? Нет. Что с температурой опять? Ты издеваешься? Скажи, что ты издеваешься. Приколист. Где камера? Вот я не вижу. Вот она. Сиди там, пожалуйста. Что с температурой после обновлений стало? Вообще с ума сходит. Давай хоть что-нибудь, пожалуйста. Ну нет. Ну, он особо даже ничего не делает. Он только дверь теребит. Дверной теребун опять. Причем отпечатков не оставляет. Но дотса нету. Кто ты у нас? Кто ты, кто ты? О! Можно миража проверить. Морой, диоген, юкай, мара, полтер, дух. На полтера вообще не похож. На духа немножечко так похож. Душная катка, душная. Да, я хряпну. Опа. И фантом, может? Много ты мне сожрал одним гостом. У фантома. Давай посмотрим. Лазерка. Ну... И на миража проверять. Зачем? Лежи пока тут. Ты меня
Нет, не руба... Нет, рубанул щиток, да? Пойдем на ощупь. Не дошли. Промахнулась. Отлично. Блин, надо было здесь включить. Чуть светилось. Так, друган, ты здесь у меня? Ты здесь. Давай наступишь. В окно-то пустые. А в соль наступишь? Ну, пожалуйста. Можно в соль? Да, не можно. А в соль? Мираж? Я тебе сейчас все засолю тут. Чтоб наверняка. Чего миража? МП5. Лазер. Не наступил. Не хватило. А, подожди. Ну что? Ты мираж? Не. Не надо. Ну не надо. Ты же шутишь, игра. Здесь, да? Ладно, я тебя поняла. Тогда мы делаем следующее. Брось. Пошли, короче, вызывать охоту. Что-то это как-то... Душно уже стало в этой катке мне. Я больше не вынесу. Не вынесу. Не унесу. Так, так, так. Еще фонарь возьмем. Гата. Ну, гаджа. Фонарик еще возьмем. Давай свечку возьмем. Вдруг это диоген. Мы видели, куда нам бежать. Тут кружить. Где прятаться? Где прятаться? Давай подумаем. Может, наверное, там за креслом. В принципе.
Одну сюда на всякий. Так, мне сейчас понадобится фотик. Ну ладно, давай туда. Где фотик? Вот он. Пошли зажигать. Обгорело, ясно. Так, ты мне тут открой. Клей уронил. Где круг? Не Диоген. Морой, что ли? А я не сбежала? Чел, иди сюда. Ладно. Я думал, он меня увидел. Давай, короче, такую штуку сделаем. Сейчас возьмем таблетку. У нас как раз одна осталась. Давай так. Блин, он ушел далеко. Иди сюда, давай. Наступил соль. Глянь, зашагал теперь. Ой, да. Мы на картах. А, короче, я думаю, это Морой. А что у Мороя? Записи. Я думаю, это Морой. Хотя я не поняла, скорость изменилась после принятия таблетки или нет. А может, и близнецы дурили мне голову. Но они не похожи особо на них. Думаю, что Морой все-таки. И давай, игра, удиви меня. Я, кстати, второй раз опять не слышала, когда охота началась. То был не было опять щелчка в двери. Морой. Не ушиблась, значит, я. Значит, я не зря выпила первую таблетку после радио. Она меня, можно сказать, наверное, спасла. Почему две фразы? Я тебе только
Мне на одну только ответь. Вот две фразы распознаны и две способности использованы. То есть Морой же проклинает, когда слышит. Ну-ка. Один раз менялась комната, любимая. Понятно. То есть я зря там все таскала. Морой же использует способку, что он проклинает, то есть рассудок начинает падать быстрее, когда он ответит тебе по радио. Вот и таблетка этот, как сказать, эффект ликвидирует. Собственно, вот такая катка. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, заходите в описание, там есть интересные ссылочки на Discord-сервер и на телеграм-канал с анонсами. И увидимся уже в следующих сериях. Всем пока-пока!